Мандугуни Гуздарменен, Урмато Телегуршлер, Урмато Некстовый канал, Фейсбук Тага, Уздюк Расми Барахчасанан, Пайдлан Учлару, Холдон Учлару, Бизазер, Кыргыз Казак. Чегарасында тұрауыз, Некстов түз эфирде. Өзіңіздер көріп тұрғанда, менің артымда кезекте тығында тұрған автоуналарды көріп жатасыздар. Әлемі сол жақтан болса, Қазақстанға киргизбей, қайра Қырғызстанға қайтқан жөз жүргіншілерді көріп жатасыздар. Бұл жерде тұрған автоуна башқарушылар, автоуна иелері өздері білбейді демдеге автоуналарды Қазақстанға өткірбей жатқанын. Анандағы жөз жүргіншілер Қазақстанға неге өткөрбей жатқанын дағы билишпейт. Анда мисалы ушул кайра кайткан адамдардан сүйлөшүп көрсөк. Саламатсызбы же? Кандай сиз? Сиз Казахстандан келатасызбы? Да. Казахстандан келатырбыз. Кыргызстанга. Да. Өткөрүп атабы? Өткөрүп атабы, жакшы, нормально все. Кыргызстандан Казахстанга кирем дегендерди өткөрбөй атат деп бул жакта турушпай. Жок, эч нерсе жок, все нормально. Тез атты, ким айтты? Мындай эч жерде тургандар айтышып атат. Жок, айналайын, ойбай. Урматту Facebook колдонучулары, биз түз эфирдебиз, эскерте кетейин. Азыр эле казак туугандардын Кыргызстанга кирип келатканын көрдүк. Бирок ошол жерде турган, мына тыгында турган автоунаалар айдоочулары айтып атышат, Казакстандын чек арасынан өтө албай атабыз деп. Кыргызстандан Казакстанга киргизбей жатыптыр. Ал эми бул жерде тургандар айтышкан бизге. Казахстанга киргизбей кайра кайтып келип атат депчи. Биз азыр дагы башка жүргүнчүлөрдөн сурап көрөлү. Здравствуйте. Можно вас спросить? Добрый день. Добрый день. Ну, давайте мы тоже вас снимем. Байке, саламатсызбы? Бул жакта күтүп турасыздар. Сиз таксистпи? Ну, ладно, не сильно. Сиз таксист, анан буга чейинки болгон окуяларды айтып берсеңиз. Азыр деген Казахстандан Кыргызстанга кирип келаткандардан сүйлөдүк да, алар жок, эч кандай проблема жок, өтүп кеттик деп атпайбы. А бияктагыларчы? Бияктагы пробкаларда карабайсызбы? Жок, жөө жүргүнчүлөрдү айтам да, автоунааларга. Эми алар барып деле күтөт да өзүнүн автоунааларын. Ошол. Буга чейин кандай болду? Кыргызстанга, Казахстанга киргендерди? Буга чейин жеңил эле болчу. Мен таможенный союзга киргенде. Бүгүн эртең баштап дегеним. Мен бүгүн эртең менен эле келдим мына. Көргө, өзүңөр көрүп тургандай. Ошол эмне болду эртең менен? Эмне болуптур? Пробка болуп турат да ошол болгону. Жок, жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөйт ал. Эми бир эки айтып атат, азыр Алматыга кетебиз дегендерден сурадык биз. Кыргыз паспорт экен. Өтө албай кайта чёрный речка деди, анан аякта эле жабык да. Если бияктан өтө албаса чёрный речкадан деле өтө албайт да. Ошол жака кетип атышат, бир экөө кетти да, бир жерден балдар алып кетишти. Чёрный речкадан эми аякта эле жабык болсо керек. Жүргүнчүлөрдү сурап көрөлү, рахмат сизге. Здравствуйте, можно у вас спросить? Саламатсызбы, суроо берейин дегем. Муру болуп кетти ага. Биздин кесиптештер келе атат. Анда жүргүлө унаа айдоочуларынан сурап көрөлүчү. Эми Темир Тосмонун артынан мынтип сүйлөшкөн аябай эле оңой эметиги кыйын болуп атат, бирок ошентсе дагы сиздерге суроом бар эле да, эмне үчүн автоунааларды өткөрбөй атат? Может быть, вот Егор туда пошел, может вы тоже сходите на, именно на пост, без камеры, без ничего, с ними поговорить. Вот Егор пошел узнать. У нас сейчас прямой эфир, поэтому мы не собираемся срывать наш прямой эфир. Айтып бересиздерби, байкелер? Я иду көрүп. Почему не пропускают автомашины? А как вы думаете? А вот с утра говорили, что
Отсюда выезжающих не пропускают там, и они возвращаются. Вы же говорили? Мы ставим уже 5 часов же. 5 часов? Ага. Не знаю, вы можете подойти? А вы можете сюда подойти. Со скольки? Как? Вы здесь работаете? Да. Нас не пускают? А, хорошо. Мир вроде сказали. А почему Next вы не пропускают? Баки, нечун? Им нечун, баки, сурап курбайсыз бе? Сурап курсоңыз? Биз буларда эле пресса. А почему вы вас от нас отделили? Не знаю, но вот оттуда с поста передали. Может быть, Егор там поговорит, Егор, а, пожалуйста. Окей, next он сурап көрүңүз, чим неге кой бербейт ат? Эмне проблема болуп атат? Эмне үчүн автоунааларды киргизбейт атат? Билбейбиз го эмнеге киргизбей атканын. Канча болду турганыңарга? Аны тияктагы чоңдордон сураш керек го, биз эмнен өлөбүз? Канча болду турганыңарга? Биз турабыз түнкү саат 1:00 бери, түнкү саат 10:00 бери турабыз, напрямерчи. Түнкү саат 10:00 бери турабыз. Биз товар күндө товар ташып жүргөн кишилербиз, жокпуз, өтө албай атабыз ошо. Айдоочулар өткөрүп атат дегендей ызычу боло түштү. Азыр мына автоунаалар жүргүзүп башташты машиналарын айдоочулар. Көрөбүз азыр. Машиналар өтөт атабы?
5 сааттан бери азы өттү. 1 саатта бир машина өтүп атат да. 1 машина. 1 саатта бир машина. Уже бияктан өтүп атат. Кыргызстанга кирип атат. Ар жакта канча турат еще. А сиздер Казахстанга барышыңыздар керекпи? Эмне үчүн себептери мындай? Товар ташыйсыздарбы же ошол жакта? Коммерс, коммерс. Товар ташыйбыз, товар. Ошондо эме канча болду турган? Түндө өтүшүбүз керек эле бизди негизи байде. 2-деги ойдон турабыз, 2-де саат 2-де келген бойдо. Ушу товарлар өткөрүш керек да, товарлар калган, уже өтүш керек, алынган. Кече мындай эмес беле? Кече күндүз эмес, кечинде түндө башталды. 6-да башталды да. Кечки 6-дан башталды. Кечки 6-дан башталды. 5-лерде башталды. Себебин эч ким деле так маалымат алынды экен. Эмне экенин биз деле билбейбиз, турабыз эл катары. Кечинде 4:30 айтып чыккан, тияктан да бияктан да дружениянын токтотту депчи. Ошол боюнча да. Урматтуу Facebook колдонуучулар, ачыгын айтып коюшубуз керек. Камераны бул деген негизги чек ара мындан 100-150 метр ары турат. Бул деген атайын КПП пост. Ага чейинки пост. Ошого дагы 50 метр киргизбей бизди ошол жактан тарткыла деди. Анан ачык калыстык үчүн айтып коюшубуз керек. Биздин да кесиптештер жүрдү. Мүмкүнбү? Ушул жактан келе берели? Чоң рахмат. Негедир башка кесиптештерди киргизип бизди күттүрүп, бирок акырында макул болушту. Чоң рахмат сизге. Мына эми негизги чек арага басып баралы. Болгонун болгондой көрсөтүп, буюрса сиздерге айтып беребиз. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Мына өтүп баратканда биздин алыстан чыккандар эрте менен эрте келишиңер керек болчу дейт. Ошол эрте менен эрте аябай чек арадан өтө албай кыйналып калышкан окшойт. Анан биздин башка дагы кесиптештер келип ушул жактан тартып баштагандан кийин өткөрүп башташты. Биз түшүнбөй калдык, азыр көрөбүз. Мына биз эң негизги чек арага келдик. Негизги чек ара. Рахмат. Жөө жүргүнчүлөр өткөн постко биз дагы кирели атайын өткөлгө. А эмне үчүн бул жака мүмкүн эмес? Бияка эмнеге мен үчүн мүмкүн эмес? Узатып койсун дедиби? Узатып койсун деди. Мына бияка журналист. Все хорошо, понял, конечно. Саламатсызбы? Саламатсызбы, менин атым Алтынай. Биз аябай көпкө күтүп калдык го, кирбей. Все хорошо. Хорошо, товарищ полковник, я понял. Мен тартпаңыз? Иә. Мен тартпаңыз, а то күйіп келе жатады, байқап отырмын. Иә. Күйіп алып көтеріп келе жатасыз. Иә. Камераны атайын. Жоқ, мында да сіз сұрап жүрсіз. Аха. Бұны өшіріп қойыңыз. Жоқ, біз түз эфирде. Түз эфир болса өшіріңіз. Неге? Рұқсат жоқ. Тартқанға рұқсат? Рұқсат бар, но официально именно интервью бергенге дагы болбайды. Сіздер тартып алған, ана монтаж қылып тұрып шығарыңыз. Хорошо, біз тартып алалы анда. Тартканы кирбейдикпи байкебиз? Жок, пожалуйста, тарт. Ошо тарта алам, эмнеге өчүрдүп атасыз? Тартып тарткыла деп туруп. Жок, силер биринчи тартып алыңыз карап. Тартып ошо, ошо тартып атпайбызбы? Сразу эле прямой тиякка чыгарабыз. Сиз чыгып калдыңыз уже. Мына түшүнүп калып, бияка келбейсиз. Жалпы эрежелерин түшүнүп койдук. Аяктан кирип болбойт бир жагынан. Экинчисинен Казакстан тарапы. Эмнеге кирүүгө болбойт? Бияк режимная зона. Өткөрүү жайында өзүнүн эрежелери бар. Өтүүгө, турганга, жүргөнгө, ошол себептен азыр силердин коллегаларың андагы мертелерден жүрөт. Могу шлагбаум кабинасына чейин турсаңыз
тартсаңыз болот, только направление Казахстана тартпагыла. Хорошо. Интервью элдерден алсаңыз болот. Официально интервью от ГПС только будет центральный аппарат вам давать. Неме официально интервью анан алабыз, бирок бир эле суроо. Бул жактан өткөрбөй кайтып атып турда. Кайтып атып, могу жерден кайра эле өткөрүп коюп атабыз биз. Кирисиз. Эми жок, алар өзү адамдар өткүсү келбесе кайрадан өткөрүп коюп атабыз. Атайын келгенден кийин өткөнү келишет да. Өзү көп күтүп кайра келет. Күтө албагандар кайра кайрылып келет да, эми карабайсызбы? А бул жак тияктан киргизип атат да бирок. Жок, киргизип атат, но Азастан киргизип атат. Сиз бул жакта такай турасыз, күн сайын иштесеңиз керек. Ушундай көп адам келгенин көргөнсүзбү? Болот, адамдын санына караша. Жайкысын болот. Жайкысын болот. Туристский сезондо. Рахмат. Интервью ала берели. Нарттака өтпөй жок. Хорошо. Саламатсызбы? Канчадан бери турасыз? Канчадан бери турасыз? Өз сумум Казакстанда турам. Канча турганыңызды айтсаңыз? Ушул жерде канча турганыңыз? 30-40 мүнөт турмуз. 30-40 мүнөт болду турганы ба? Аябай көп тыгын го. Вы уже сколько стоите? Мы уже час стоим, не проходим. Давайте Назарбаеву позвоним и скажем, что это такое? Почему они так издеваются над народом? Они между собой, блин, не могут разделить власть, а мы должны страдать здесь. А сколько вы стояли? Да стою уже много, у меня на поезд билет. Я опоздаю, кто мне вернет? Я пенсионерка, у меня давление высокое. Вы казахстанка? Казахстанка. И что, меня не могут пропустить? Я была у дочки, теперь я не могу пройти на поезд, мне сесть, ехать. Скажите, пожалуйста, казахские пограничники не пропускали или наши? Наши хорошо пропустили Кыргызстан. А казахи, они что, издеваются над ми? Они между собой власть не могут поделить, а мы при чем должны страдать здесь? Скажите, а вот мы когда стояли, приехала скорая машина. Скорая помощь. А кому, не знаете, приезжала она? Людям плохо стало. Конечно, всем людям плохо сейчас будет. Тут по-любому никому. Всем сейчас надо скорую помощь вызывать. Это вот сейчас мы часто. А сколько мы еще можем терпеть стоять? Надо же, я сказал про него. Все, хватит, что ли? Почему виноват народ, который прошел сюда спокойно утром? Сейчас мы хотим домой. У нас дома дети, у нас дома родители, пенсионеры. Казахстан уезжает. Я живу в Курда, я живу здесь. В общем-то, эта проблема для меня вообще актуальна, как ни для кого. Понимаете, я постоянно сталкиваюсь с такими вот вещами. Да я уже давно стою, уже около часа стою, слава богу, и еще ждать часов 5, наверное, с такой скоростью, как пропускает казахская сторона нас. Беспредел, просто беспредел. Причину не знаете? Знаю, озвучивать не буду, дабы не подвергаться такому же прессингу, как вот сейчас подвергается, вот, можно сказать, такое количество людей. Понимаете? Вот, вот поэтому я ничего говорить не буду. Хотя хотелось бы. Канча турасыз? Недавно пришел. Недавно? Полчаса, час. Полчаса, час. Эже, канча болду турганыңызга? Эже. Эже, турганыңызга канча болду? Бир саат. Бир саат. Эмне өткөрбөй айтканынан кабарыңыз барбы? Билмейм. Эч кандай кабарым жок, алыста турмуз го. Жеткенинен сурайбыз ана жакка жеткенинен кийин. Казакстанда жашайсызбы? Иә. Казакстанда турабыз. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже стоите? Да мы немного, полчаса. А так долго уже собрался. Это только начало. Ну,
с такими темпами, конечно, нам до вечера точно хватит. Это вообще безобразие. Как люди на поезда опаздывают. Без ничего взяли, закрыли. А вы часто проходите через границу? Да не часто, но бывает. А такое другого бывало? Да нет, не помню. Давно что-то. Такого не было. Давно такого не было. Вчера в обед было все спокойно, я проходила, а сегодня вот уже. А в чем проблема? Не знаете, не слышали? Ничего не говорят? Политика. Политика, спрашивайте там. Не знаю. А вот продвигаетесь сколько? Один шаг, два шага, сколько? Ну, один шаг, минут за 10-15. Не, блядь, я хожу, ору, ты что, не слышишь, что ли? Видите, люди уже истерятся. Ты что, не слышишь, что ли, я кричу? Ой, мы вот здесь стоим, вы что-то сюда как-то... Да, вот мы за мужчиной, стоим. Вот, не да, знаем, вот не мы знаем. Стоим. Давайте-ка сюда, пожалуйста. Не, вот вы стоите туда, идите. Я не знаю, кто это за женщина. Девушка, мы за мужчиной стоим. Вот девушка, за мужчиной вот стоим, давно. Так женщина на мою ручку встала, поэтому меня оттолкнули туда. Ладно, не ругайтесь. Конечно, мне тоже обидно, что стою в очереди, меня никто не видит. Ну ладно, не будем ругаться, все здесь стоим. Хотя бы утром предупредили, сказали бы, что не надо ехать на границу. Вот смотрите, люди-то все едут с надеждой, что пройдут спокойно. Надо было все это как-то освещать. Вот вы сейчас освещаете, когда уже все произошло. Это надо было до того, пока люди... Говорят, вчера с половины седьмого вечера. Но я проходила вчера в час, было спокойно. Я быстро, за 10-15 минут я прошла. А сейчас вот приехали, уже час стоим. И люди говорят, еще часов 7 будем стоять. Там вообще не пропускают на казахской границе. Говорят, терминал запускают по 5 человек и все. Когда мы там стояли, где машины стоят, сказали, не пропускают, люди обратно идут. Некоторые идут, но мы что-то спрашиваем, они так молча улыбаются, проходят. Не знаем, в чем причина, почему не пропускают, не знаем. Они решили вернуться? Столько простоять всю очередь, а потом вернуться, глупость же. Хотя бы кто-то сказал, почему не пропускают. Вообще стоит стоять эти 6-7 часов или обратно вернуться? Не знаю. Саламат байке. Қаншадан бері тұрасыз? Жарым сағат болды. Жарым сағат. Эскертегетен биз түз эфирдебиз. Мына азыр ошо жөө жүргүнчү өтө турган атайын өтмөктү өзүңүздө көрүп турасыздар. Канча адам кезек күткөнүн жарым саат бир саат турабыз дейт. Алдындагылар канча турганы белгисиз, анткени ал жака бизди өткөрбөй атат. Алдында тургандардан сурасак, алар булардан дагы көбүрөөк турган болуш керек кезекте. Эми мына бул жагы бир аз азайып калды окшойт. Бирок алды жагы аябай эле көп. Эми айтып коюш керек, жаш улгайган апалар, аталар, жаш балдар менен жүрүшөт. Жаңы эле биз келгенде бизди өткөрбөй жаткан учурда, тарттырбай жаткан учурда эми тез жардам автоунаасы келди, бирөөгө атайын бирөөгө чакырган болуш керек. Анан ал каяка кетти, кимге келди белгисиз, эч ким айтпай атат. Эми азыр мындай чаржайт да, ким эмне каякта экенин билбей жатат окшойт да. Канчадан бери турасыз эже? Канчадан бери турасыз? Сколько стоите уже? Не знаю, я даже не засекла. Полчаса. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько стоите? Полчаса. Билеты хочу купить. В казахской стороне не могу пройти. Так вы часто проходите через границу? Частенько.
Ярополе. Такое было? Ну, это было в прошлом году. В этом году не было еще такого. Вот недавно проходило, вообще было свободно. Не знаю почему. А с чем это связано? Не знаю, не знаю. Я не могу сказать. Я вижу в очереди и мамы с детьми, и пожилые люди стоят. Вот беременная женщина. Вот. Ну, если стоят. Вы уже сколько стоите, дети? Ну, уже полчаса. Полчаса только, вот только подожди. Я только подошла, но охота у меня поезд скоро. Во сколько? Вот, 3:30 к Салардинский. Наверное, я 3 часа простою. Думаете, успеете? Не знаю. Но надеюсь. Желательно бы, чтобы это самое успели. А вы часто проходите через границу? Ну, часто. Ну, нормально все было. Такое первый раз? Такое первый раз. Наверное, все уладят, скорее всего. Спасибо. Вот так, вот так. Сіз турдуңыз бұл очередте? Бұл кішіне кет осымақтан бізді аннан ары өтпегілі деп бұйрық берді, мұндан ары біз өтпеш өз керек, мұндан арыдағы бір 20-30 метр бар ғо дейм. Андан ары тақырлы өткөрбейді ат, өзіңіздер ұққандай, өзіңіздер көргіндой, кезекте тұрғандардың бардығы мұндай бірінші жолы деп атады, мұнда бұл жерде автоуналар тұрады, бұл жақта жөз жүргіншілер тұрады. Здравствуйте, я заметила, вы прошли...